Калины у нас круто прокачаны два героя, немножко осталось. Так, этих по два скилла и джинов прокачивать. Ну и соответственно идти я буду сюда, и здесь, по-моему, какой-то сценарий есть. Вот по вот этой картинке я вспомнил. Последователи Кокулы, что называют себя падшими, ведут борьбу под гнетом ложных богов. Для наведения порядка приспешники богов прибегли к самым жестоким мерам, несмотря на возможное наказание. Здесь назревает мятеж. Возможно, мы сможем сдвинуть баланс в его пользу. Давайте сдвинем. Перед нами стоит очень простая задача. Если мы хотим двигаться дальше, надо разгромить квотлов на этой территории. Пора начинать атаку.
Не получается что-то. Перед нами стоит очень простая задача.
Мы взяли столицу Квотлов. Теперь можно заняться и богом смерти. Так-то пора бобенку-то прокачивать. Потому что карта не за горами. Тут особо не побегаешь. Вот эту карту надо сыграть. Вот так хотя бы. А потом еще прокачать. Придется эту территорию поотдавать. Можно идола открыть, например. Неплохая штука. Так вот. Города пока подождут. В общем, планируется поотдавать эту территорию, сколько возможно, вот этой зеленой дыре, прокачать тем самым героев, технологии, и потом уже сюда идти.